Доброе утро, мои дорогие друзья! Вы на канале Вера Ванякова. Я хочу сейчас показать, какая у нас погода. Погода 9 декабря 2019 года. Такое серое-серое небо. Пасмурно. Идет маленький мелкий дождик. Снега, увы, нет у нас. Пока все ждем. Ждем. Кругом ничего. Только один дождик вместо. Вот так вот все еще зеленеет. Под снегом все побывало. Вот, что еще вам показать. Видите, все цветы розы укрыли. Все укрыто. Все укрыто. Но, как говорится, и так ничего не померзло бы. Увы и ах, вот такие дела. Вот так вот, видите, на улице 2 градуса тепла, ветер. И маленький-маленький, может быть, такой мелкий моросит. Вот видите, никак еще не дождемся зимы. Вот такие условия будут. Переславль-Залесский. Погоды нет плохой. Природы нет плохой погоды. Вот так вот будем ждать. Друзья, вот так украшают наш город к Новому году. Представляете, вот такую красоту. Сейчас вам я ее покажу. Вот такая красота у нас выставлена на улице. Вот, пожалуйста, Дедушка Мороз на оленях к нам бежит, торопится. Такое красивое дерево. Ночью, конечно, это горит все по-особенному, смотрится по-особенному красиво. Но такой красивый снеговик у нас есть. Тоже радует. Все, кто в городе проезжает, меня все смотрят. Конечно, это очень красиво. Красиво-красиво. Вот такая красота. Вот Дед Мороз со Снегурочкой у елочки стоит. Уже красиво. Олененочек тут. Видите, какая красота. Какая елочка. Вот Дедушка Мороз. Ну, большой. Какая экспозиция у нас. Вот идет по улице. Друзья, вот такой вид приобретает набережная в нашем городе. Это набережная реки Трубеж, река, которая впадает в Плещеево озеро, пополняет его. Я сейчас немножко пройду, поснимаю, как сейчас стало выглядеть. Сегодня 9 декабря 2019 года. Вот так вот еще уточки плавают. И пока здесь вольготно, это наш мост, который... Так, построен совсем недавно, который на Ярославль идет. Дорога на Ярославль. Вот такую красоту соорудили в нашем городе. Теперь мы можем погулять по набережной реки. Прогуляться. Такая вот картина вырисовывается. Так. А вот там вон вдалеке видно, делают каркас к Новому году, елку будут устанавливать искусственную. Там еще только каркас вырисовывается, елки. Здесь тоже видно, еще не доделали, будут поручни, скорее всего, сделаны, чтобы можно безопасно будет подойти к реке. Ну, такая красота у нас, хорошая, красивая речка. То, что надо.
то, что жители города давно ждали. Ждали, ждали и наконец дождались. Так. Вот такой у нас. Такой фонтанчик летом будет тонировать. Слоник. Так, что у нас тут еще? Что у нас тут еще интересного? Какой-то вот впереди, наверное, павильон какой-то торговый будет. Я не знаю, поживем и видим, посмотрим потом. Посмотрим, что будет. Что здесь они такое нам предложат. Ну хорошо, можно. Можно прогуляться, посидеть, подышать, пообщаться с друзьями, встретиться. С детками погулять, с внуками. Вот такая красота у нас. Вот так вот. Так, мы продолжаем идти вдоль реки. Впереди уже детвора радуется.